За знаниями в новую школу в Самаре продолжается поиск подходящих площадок для строительства учебных заведений. Городские власти уже определили несколько мест. На улицах Юбилейная, Вольская, в Орловом овраге. Там, где в перспективе будет построен поселок для многодетных семей. Также уже ясно, где в городе школы будет строить инвестор. В Октябрьском районе и на территории бывшего ипподрома. Проектирование объектов планируется завершить до конца 2016 года. Строительно-монтажные работы осуществить в 2017-2018 годах. Если будет подтверждение, опять-таки, то, что мы сможем за счет бюджета эти школы забрать на себя, то эти работы можно как минимум в два раза убыстрить. Предполагается, что учреждения, которые построят инвесторы, филиалы уже существующих школ. В новых зданиях будут располагаться младшие классы. По проектам инвесторов рассчитаны они на 200-500 учеников. Однако мэр Олег Фурсов жестко раскритиковал эти проекты. Рождаемость с каждым годом растет, а значит потребность во вместительных учебных заведениях тоже увеличивается. Надо, значит, вести переговоры с инвесторами и четко понимать, как будет развиваться тот или иной район города, да? В разрезе демографии, вот, в разрезе застройки, которая там ведется. Проблемы надо решать более системно. Проекты будущих школ будут доработаны в планах возведения пристроек к 22 существующим школам, капремонт и реконструкция учебных заведений. Эти меры позволят создать более 16 тысяч мест. Это половина от того, что требуется. Марина Кравцова, Марина Матвейшина, Константин Головин. События.